Re, viss ēters ir te. Но есть и другая статистика COVID-19. Экономическая. В апреле 7336 человек потеряли работу. О коллективном увольнении еще более 4000 сотрудников сообщили работодатели. Среди них латвийский филиал паромной компании «Таллинг». Он уволит 500 человек. В службе госдоходов сегодня сообщили, что более 16 тысяч человек сейчас получают пособие по простою. На это уже ушло 4 миллиона евро. Кроме того, оперативно возвращены деньги за переплаченный подоходный налог. На счета подавшим декларации жителям начислено более 150 миллионов евро. А вот кризисные пособия, которые выплачивают самоуправление оставшимся без средств к существованию жителям и которые с недавнего времени стало финансировать государство, пока пользуются небольшими спросом. Так, в Риге кризисное пособие получили 78 персон. Заявки еще 50 рассматриваются. Между тем, Министерство благосостояния ожидает, что именно это пособие вскоре станет довольно востребованным. Мы теоретически рассчитали, что в апреле и мае ситуация может стать хуже. И в реальности мы увидим, сколько людей оказались в такой кризисной ситуации из-за COVID-19. Мы рассчитали, что это может коснуться 18 тысяч персон, и для них нужны будут 2 миллиона 600 тысяч евро. Пока ситуация выглядит не такой, какой она могла бы быть.